На ЖД вокзале Сосногорска молодогвардейцы раздали пассажирам памятки с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. В листовках написано, как вести себя во время наводнения и после него, а также номера телефонов спасательных служб Краснодарского края. Составили памятки специалисты местного управления по делам ГОЧС. Наше управление ПГУ ЧС обратилось к нам за помощью. Мы, безусловно, откликнулись. Очень быстро сделали эти листовки, и сегодня мы уже их раздали первым отъезжающим на юг. 200 памяток разошлись в считанные минуты.